активирует Хультстрёма. Гол! Гол! Металлург выигрывает в овертайме 5-4. Хультстрём. Ну, он там и первым броском мог ворота поражать. Ну, и, конечно, тут бомба замедленного действия в воротах у Йокерита. Вот вы знаете, вот в той части игры, когда Йокерит немножечко повело после гола Зимченко, Линбек вообще не выручал. И вот в этом овертайме пустил очень странную шайбу. Вот смотрите, Хультстрём далеко выкатился и потом щитком завел.